Всем привет, друзья! С вами Влад Стеймус. Если вам понравилась данная реакция, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И еще обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочки в описании и на экране. Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем слушать альбомчик Маккана «I Am». В альбоме 21 трек. Я когда увидел, честно говоря, прихерел. Я думал, что... Я не знал о том, что будет... Именно столько треков. Думаю, может, треков, 15, 13, 13-15 треков, да? Но здесь 21 трек. Фиты тоже, кстати, достаточно хорошие. СВГ, Джекон, Локдо, Киллиана. Киллиана — это у нас, получается, девушка, которая недавно, фит с Джеконом стрельнул «Асфальт». Очень крутой трек, прям слушаю на репите. Скирена тоже. У Маккана с ней очень крутой есть фит ИВЛ. Прям, бомбический, лирический трек. Мне прям заходит. Сестра Маккана. Вот это будет тоже интересно послушать. Она просто будет что-то говорить, либо там будет какой-то рэп, либо еще что-то, не знаю. И Хьюгос. Хьюгос, я, честно говоря, не помню, кто это. Возможно, даже и не знаю. Как-то так, друзья. Вроде всех перечислил. Кто залетел на стримец, пожалуйста, поставьте лайкосы. Вот, если у вас есть желание, можете поддержать донатиком, ссылочки находятся в чатике на DonatePay и на Donation Alerts. Ну и так, если вы захотите заказать какое-нибудь музло, либо там видео, альбом, без разницы, ссылочки все находятся в чате. Послушаем после того, как заценим полностью альбомчик. Не забывайте писать в чатике и рассказывайте, послушали вы уже альбом или нет. Будет интересно с вами пообщаться. Может, вот какие-то там весь вам альбом залетел. Может быть, 5-6 треков, 3. Может, вообще не понравился. Тоже интересно. Поэтому, друзья, пишите в чате. Не стесняйтесь. Сейчас я включу трансляцию на телефоне. Посмотреть, сколько там людей присутствует на стриме. И мы можем, в принципе, начинать. Я посмотрел, вроде бы на Genius все загрузили, все текста. Поэтому, в принципе, норм. Поехали. Первый трек, интро. Интересно, я хороший или плохой, если в процентах. Переживания, новые, старые инструменты, курю. Не опять, а снова не кальян, сигареты. Стая любит тебя, отчего ты стал интровертом? Интересно, я хороший или плохой, если в процентах. Интересно, это я такой или я такой на концертах? Интересно, это успех или временные конверты? Брендовые кеды и дорогие кареты? Интересно, я хороший или плохой, если в процентах? Меня что-то стало тревожить, и это уже не редкость. Меня накрывает часто, стало быть, это честность. Меня что-то пугает ночью, может быть, это вечность. Интересно, я хороший или плохой, ведь я друг и враг. То кричу, то смеюсь, то ладонь протяну, то кулак. То я вроде в анализе, в критике, то живу моментом. Я хороший или плохой, если можно, мне бы в процентах. Слушайте, интруха достаточно интересная. Вот, я думал, что, может быть, будет просто какой-нибудь там разговор, записанный на диктофон, как это обычно бывает, либо там просто вырезка из какого-то фильма. Здесь он просто рассказывает, да, о том, что, нас ждет, в принципе, в альбоме. Я думаю, это альбом достаточно личный. Вот, и такое количество треков прям,
честно скажу, лишних, если смотреть даже по фитам, никого нет. То есть, ну, по поводу Киллианы я не знаю, как она здесь будет звучать на этом треке. Я только одну самецку слышал. Да, по-моему, у нее даже вообще сольных треков пока еще нет. Локдогом, ну, Локдог делает достаточно очень хорошо. Поэтому здесь, скорее всего, будет что-то интересное. Вот, интруха, нормальная интруха. В принципе, на ней особо зацикливаться, я думаю, не будем. Да, перейдем к заглавному треку с альбома IM. Вот. Будет интересно. Друзья, пишите в чатике, не забывайте о том, что можно общаться, рассказывать и про треки. Пообщаемся с вами. Поехали. IM. Я есть, я душа, разум и тело. Я все обо всем не знаю, да мне бы и не хотелось. Я что-то в себе меняю и в целом в целостность целюсь. Я ошибаюсь, но и в ошибках ведь есть своя ценность. Я есть здоровый, сильный, слава богу за это. Я моментами уязвим, но есть даже при этом собран мужчину по миллиметрам вплоть до скелета. Я все обо всем не знаю, но знаю главное в этом просто быть. Добрым, когда сердце устанет, сильным, но не ради медалей. Мудрым быть, когда оступаюсь, я обещаю себе. Милосерднее к тем, кто упали, стойким, даже если попали. Помни, главное, когда нормально все, я обещаю себе. Ангелы Вавилона летают за молодыми на бешеных скоростях. Если где-то нет моих следов, значит это мое небо несло меня на руках. Я молюсь, когда ровно иду, быстро бегу или еле стою на ногах. Если где-то нет моих следов, значит это мое небо несло меня на руках. Я есть, я душа, разум и тело. Надо мной Бог, вокруг меня мир. И я шагаю смело. Я не помню, откуда я, а куда потом не знаю. Но надо мной Бог, вокруг мира я также шагаю. Сомнения душат, как змеи, я не доверяю им. Я верю сердцем, верю в Бога, и я верю в мир. Я верю в лучшее, когда не верится, когда один. Если война неизбежна, верю, что мы победим. И так легче идти, легче упасть, потом встать и идти. Я задыхаюсь, но не на месте, я снова в пути. А значит, мне что-то найти суждено. Но и как ни крути, я помню о главном и обещаю себе не забыть. Пусть нас занесет каждому свое. Проливные дожди с неба вряд ли льет мое. Пусть нам повезет, ведь каждому свое. Война и мир, любовь и ненависть, но все это пройдет. Ангелы Вавилона летают за молодыми на бешеных скоростях. Если где-то нет моих следов, значит это мое небо несло меня на руках. Я молюсь, когда ровно иду, быстро бегу или еле стою на ногах. Если где-то нет моих следов, значит это мое небо несло меня на руках. Ангелы Вавилона летают за молодыми на бешеных скоростях. Если где-то нет моих следов, значит это мое небо несло меня на руках. Я молюсь, когда ровно иду, быстро бегу или еле стою на ногах. Если где-то нет моих следов, значит это мое небо несло меня на руках. Скажу сразу, что мне не понравилось в треке. Вот. Мне, честно скажу, не понравилось сведение припева. Ну, прям максимально не понравилось. Я не знаю, почему. То есть, может, возможно, он захотел его как-то не особо сильно сводить. Голос-то сверху наложили, но, блин, ну а чё он так сведён-то как-то странновато. А по поводу текста вообще никаких претензий. Здесь очень все круто. То есть я есть, я душа, разум и тело. И он здесь объясняет все в треке, да, что он тоже как человек. Опять же, если брать последнее интервью, да, вписку с Маканом, то после нее на Макана стали смотреть по-другому. Вот. Кто-то осуждать, кто-то поддерживать, да. Вот, здесь он рассказывает о том, что он просто как человек, да, который существует, то есть он есть, и чего он добился, чего он преуспел, и вообще, очень крутой трек, очень крутой трек. Но вот сведение, к сожалению,
припева чего-то мне прям не понравилось. И, как по мне, можно было намного лучше все-таки у него и студия, там, и вот это вот все, Как? Почему? Не понимаю. Не понимаю, это странно. Причем, ладно бы, я еще с Ютуба бы слушал, да? Бывает, иногда ютубчик подрезает качество. Вот, но здесь вот прям с ВК, вот как оно есть, загружено, так слушал. Не понравилось. Из-за этого срезать балл не буду за трек, потому что, ну, все равно это в любом случае слушается хорошо. Здесь классный текст. Вот, я понимаю, что здесь, скорее всего, будет альбомчик 50 на 50, то есть будет лирика, да, и где-то местами будет, ну, давайте по-простому называть это все кальян-рэп. Даже когда у него спрашивали, что ты делаешь, типа, кальян-рэп, он говорит, я делаю музыку просто, а так как оно вот будет залетать кальян-рэп, ну пусть будет кальян-рэп. Нет, так нет. То есть этот трек очень личный, очень хорошо показывает, кто, кем является Макан на самом деле. Мне нравится трек, я ставлю ему 5 из 5. Привет, Радмир. Правильно прочитал? Вроде правильно. Радмир Чет. Музыка из песни Stories в начале. Слушай, ну я песню Stories очень давно слушал, поэтому я даже тебе так честно не скажу. Ну, если ты сказал, значит, наверное, оно так и есть. Ну вот. Поехали слушать дальше. Третий трек называется TCM, или, ну, наверное, TCM он называется. Погнали. Погнали, друзья. Не забывайте, пожалуйста, про лайки. Вот. Едем далее. Степ-баковой, та самая травма, переточенная боевой. Пашем на сложенке и курим на Тверской. Фото с федеральной чуть быстрее 200. Пауэрвик условят нам все чисто, не за чистот. Чисто за кофе на Кутузу, это пит-стоп. Быстрые кузова на регионе, раз и стоп. Тормоза керамика, но у нас нету тормозов. О, мама, мафия, мама, улица. ВК надули духом, но мы дунем рядом, и он сдуется. Пацан, твоя мама за тебя волнуется. Похуй, кто за твоей спиной. Если сама по себе, она стулится, окей. Наколки падут на лакучи, Элли тебя вырвет, если попадешь на наши карусели. Если бы не проходили, мы бы об этом не пели. Забери заяву, тряпка, бабки передам в отделе. Тот самый молодой сайдстеп. Боковой, та самая травма, переточенная боевой. Пашем на сложенке и курим на Тверской. Фото с федеральной чуть быстрее 200. Тот самый молодой сайдстеп. Боковой, та самая травма, переточенная боевой. Пашем на сложенке и курим на Тверской. Фото с федеральной чуть быстрее 200. Все, что базарят обо мне, дели на 22 тысяча романов, да, но при чем тут жена? Хули думали, меня накроет эта волна? Да, я гопник, милая, ты была права. Выкручиваю бас на трассе, по треке пасты. Выкручивают так, как мы выкручиваем газ, огне опасно. Я выкручиваюсь, если пролечу по 20 красных. Схавал микродозинг, один черный и два красных. Налево, направо, молодежь уже занесло. Мы бы оплатили, но у нас нет номеров. Ты бы набрала мне, но нет моих номеров. Ты, конечно, бы все вывез, но тебе не повезло. Это тот самый молодой сайдстеп боковой. Та самая травма, переточенная боевой. Пашем на сложенке и курим на Тверской. Фото с федеральной чуть быстрее 200. Это тот самый молодой сайдстеп боковой. Та самая травма, переточенная боевой. Пашем на сложенке и курим на Тверской. Фото с федеральной чуть быстрее 200. Мое почтение. Друзья, вот вы залетели на стрим. Лайкосик, пожалуйста, поставьте и пишите, понравился, как вам альбомчик вообще. Радмир, пожалуйста, напиши. Ты послушал полностью его альбом или еще не успел? Какие у тебя треки любимые с альбома? Давайте пообщаемся. Заходите, я понимаю, что вам иногда просто интереснее посмотреть, чем пописать в чатике, но все равно... Пообщаемся. Тречок, ну вот этот трек чисто для тачек, для какого-то разрыва, то есть для тусовок. Прям хорошо меня нереально прокачало. Честно скажу, мне понравилось. Особенно припев. Он здесь вообще очень хорошо гармонирует с битом.
По-моему, ну, я надеюсь, что будут еще и лучше треки с альбома, надеюсь на это, но вот этот трек прям хорош. То есть, да, тут идет не то чтобы прям упорчик на текст, есть прикольные строчки, вот, да, я гопник, милая, ты была права, выкручиваю бас на трассе по треке Басты, выкручивая так, как мы выкручиваем газ, огне опасно, и выкручивая, если пролечу под 20, господи, сбился, под 20 красных, вот эти строчки прям, ой, вот эти строчки прям очень крутые. Мне, честно говоря, понравилось. Опять же, да, нет здесь упора на текст, как в предыдущем треке, но вот этот кач прям нереальный. Может быть, это, конечно, для кого-то не будет, как, допустим, «Асфальт 8», но все равно, блин, ну это крутой трек. Мне понравилось «Москва бежит», с Киллианой фит и с Киреной. С Киллианой, слушай, ну я прям очень жду, честно говоря, мне интересно послушать Киллиану, потому что... трек с Джаконом, «Асфальт», да, очень крутой, я прям гоняю его на репите, там у нее классный, и помимо припева, еще и куплет, очень хороший, то есть ты, наверное, трека 3-4 себе добавил, я правильно понимаю, ну слушай, с 21, в альбоме 21 трек, 3-4 трека маловато как-то немного. Не знаю, надеюсь, блин, альбом вкатит. Пока идет очень хорошо. Ставлю 5 из 5 этому треку. Мне здесь все понравилось, да. Опять же, я уже говорю, что здесь идет упор на кач, на стилек, да. Он звучит хорошо прям на этом бите. Прям хорошо. Следующий трек называется «Заново». Так, друзья, блин, по срочнику надо отойти на 2 минуты. Вот, не теряйтесь, кто заходит, поставьте, пожалуйста, лайки и пишите в чатике, рассказывайте, вот берите пример с Радмира. Зашел, все вот это вот, мне понравилось, мне не понравилось. А, у тебя на фоне, вот, друзья, на фон включайте стрим. Макс и Мара, когда заказы будут, это какая очередь? Макс и Мара, приветствую. Очереди нет. Вот мы начали слушать недавненько альбомчик. Заказы будут сразу же, как мы послушаем альбом. В альбоме 21 трек. Слушаем сейчас 4-й. Я думаю, что трючки, ну, то есть, давайте посмотрим, просто зайдем. Ну, они, в принципе, небольшие, максимум тут. Оно вот есть на 4 минуты, но они так по 2,5 минутки, то есть они небольшие. Я не думаю, что мы будем очень долго его слушать, но все равно насладимся. Поэтому, если ты хочешь заказывать, и Макс и Мара, возможно, у вас двое, можете сделать это прямо сейчас, мы после альбома сразу же послушаем. Едем далее, друзья. Все, следующий трек называется «Заново». Поехали. Ну ничего, скоро придет время, yeah. И мы займем достойные места в нашем городе. Бандитский Петербург. Это антибиотик, говорит. Ты не только в нем. Он пиздец, что-то гангстер. Поэтому хватит тебе, Сережа. Я пиздец как влюбился. Нам надо с тобой новую тему завернуть. Воу, в Москве дожди, но скроет волна. Куплю келли, всех цветов выберешь сама. Меня еще никто так не волновал. Возьму тебе континентали, сяду за обнал. Музыкальный укус, я меняю свой вкус. Тебя не завернуть в попсу, это слишком много чувств. На нас мокрая одежда, она как тяжелый груз. Даже если я умру, я к тебе вернусь. Чтобы прожить все заново, искать тебя заново, встретить тебя заново, типа внепланово. Завтраки заново, закаты заново. Закроем глаза, чтобы проснуться пьяными. Опять все заново, искать тебя заново, встретить тебя заново, типа внепланово. Завтраки заново, закаты заново. Закроем глаза, чтобы проснуться пьяными. Ты расслабляешь мои трапеции, что судорожно. Так, друзья, я сорян, что я стопорнул. Я вижу, что пришел донатик, но он не высветился. Это по одной простой причине, потому что донат пэй может заглючить. Вот поэтому надо сейчас зайти прочитать. Так что не переживайте, если что, если не проигрался, я все вижу. Бывает иногда такое. Приветствую, делаем музыку. А в дуэте хотели бы оценочку нашей крайней песни. Хорошо, хорошо. После прослушивания альбомчика сразу же послушаем. Спасибо большое за донат. Начинаем сначала. Ну ничего, скоро придет время. И мы займем достойные места в нашем городе. Антибиотик, говорит. Ты не только в нем. Он был пиздец, что-то гангстер. Поэтому хватит тебе, Сережа. Я пиздец как влюбился. Нам надо с тобой новую тему завернуть.
Yeah. В Москве дожди, но скроет волна. Куплю келли, всех цветов выберешь сама. Меня еще никто так не волновал. Возьму тебе континентали, сяду за обнал. Музыкальный укус, я меняю свой вкус. Тебя не завернуть в попсу, это слишком много чувств. На нас мокрая одежда, она как тяжелый груз. Даже если я умру, я к тебе вернусь. Чтобы прожить все заново, искать тебя заново, встретить тебя заново, типа внепланово. Завтраки заново, закаты заново. Закроем глаза, чтобы проснуться пьяными. Опять все заново. Искать тебя заново, встретить тебя заново, типа внепланово. Завтраки заново, закаты заново. Закроем глаза, чтобы проснуться пьяными. Ты расслабляешь мои трапеции, что судорожно качало традиционное детство. Я вообще молчу про то, что касается сердца. Но первый раз слышу такие знакомые герцы. Роди мне сына или дочь, или двоих сразу. Трепетные мысли, банальные фразы. Жуем в тачке корицу, это стало базой. Ты пропадаешь на день-два, это часть пазла. My life airlines, теперь и крушение. Твои life airlines хотят туда, где теплее. One way ticket, мы взяли и полетели. Если я умру, мы встретимся в том же апреле. Чтобы начать все заново, искать тебя заново, встретить тебя заново, типа внепланово. Завтраки заново, закаты заново. Закроем глаза, чтобы проснуться пьяными. Опять все заново, искать тебя заново, встретить тебя заново, типа внепланово. Завтраки заново, закаты заново. Закроем глаза, чтобы проснуться пьяными. Слушайте, друзья, ну тут старый добрый Макан, правда, интересная какая-то подборка бита получилась. И, ну, я не скажу, что он прям мега охрененно сюда подходит под этот текст. Вот, но звучало достаточно нормально. Вот, мне понравился припев. Хотя, честно говоря, я вот думаю, если бы этот взять текст и на другой бит наложить, тот, который я, ну, допустим, вижу, слышу, да, представляю, мне кажется, что было бы поинтереснее, что ли. Ну, ему, я думаю, виднее в любом случае. Опять же, да, там отношения про девушку, да, там про где-то какие-то размовки, там, может быть, расставание, еще там что-то. Ну, в принципе, трючок хороший, но у него есть намного сильнее, да. Вот подобных треков у него много, есть сильнее. Если этот трек оценивать, да, текст мне понравился. С битом немножечко как-то, ну, с этим, что-то как-то вот... Не знаю, такое ощущение, что он сюда не совсем подходит, как по мне. Вот, поэтому, наверное, снижу один балл за трек. Разбирать особо нечего, я думаю. Тут как бы обычный достаточно текст. Вот. Слишком все просто, достаточно написано, но зачитано, конечно же, топово, как обычно у Макана это все звучит очень достаточно хорошо, на уверенном, можно так, если можно так сказать. Трек поставлю, наверное, 4 из 5, вот, надеюсь, дальше будет прям интересно. Ну, и интересно, конечно же, еще здесь и фиты, потому что, ну, Киллиана, и, я думаю, сможет сделать качество. Следующий трек называется «Привыкаю». Это у нас фит с АВГ. Поехали. Я привыкаю, тайна. Держусь, иду по краю, шатаюсь, будто несу груз. Я поднимаю ставки, что я не влюблюсь. Но ты как вредная привычка, я бросаю, но вернусь. Я привыкаю, тайно таю, но держусь. Иду по краю, шатаюсь, будто несу груз. Я поднимаю ставки, что я не влюблюсь. Но ты как вредная привычка, я бросаю, но вернусь. Эй, ростовчанка, расскажи, кто научил тебя так строить глазки. Ты танцуешь в центре клуба с бокалом или с бокалом. Шуряешь на барную стойку, пафос на ключе от своего мерина красного. Мы чё, мы там тут гангстеры, а ты чё, ты там тут классная. All I need is your love tonight. Тут тусуйся, не пропадай. Завтра отпустит, не наберешь. Да и правильно, не набирай. Может, я был чересчур радикален. Можешь надеть все, что тебе в кайф. Да ладно, брось, какой там газлайт. Тут тусуйся, не пропадай. Я привыкаю, тайна, таю, но держусь, иду по
краю шатаюсь, будто несу груз. Я поднимаю ставки, что я не влюблю. Но ты как вредная привычка, я бросаю, но вернусь. Я привыкаю, тайна, таю, но держусь. Иду по краю шатаюсь, будто несу груз. Я поднимаю ставки, что я не влюблю. Но ты как вредная привычка, я бросаю, но вернусь. Утром кофе, никотина в кровь. Вижу сторис, спамы про любовь. Моя хроника, быть одиноким. Но вред и привычки возьмут свое. О, раны не залечишь алкоголем. Она создает почву, но она ведь готова. Канная копия Дженнера. Поделись, у кого день рождения. Мафия под каре. Цитата в инсту, туда же блеф. А как мне мысли передавать? О чем? И не нужны слова. Вместо того, чтобы напоминать, ты тут тусуйся, не пропадай. Тайна, таю, но держусь. Иду по краю, шатаюсь, будто несу груз. Я поднимаю ставки, что я не влюблю. Но ты как вредная привычка, я бросаю, но вернусь. Я привыкаю, тайна, таю, но держусь. Иду по краю, шатаюсь, будто несу груз. Я поднимаю ставки, что я не влюблю. Но ты как вредная привычка, я бросаю, но вернусь. Хороший, очень хороший трек, опять же, да, прямая бочка, да, но, вот у них прошлый трек, блин, как же он называется, Спой, по-моему, да, СВГ, Спой, вроде как, да, если не ошибаюсь, вот, у них плюс-минус, да, все на одну тему идет, но есть хорошие разъебные припевы, да, от которых просто, ну, невероятно жаться, можно, тут можно, как бы, и подпевать, потому что с первого раза припев запоминается. Можно и пританцовывать, блядь, в тачку закинуть вообще с кайфом. Ну, честно говоря, по поводу Макана, можно прям вот большинство треков сразу же загружать точилу и разъезжать по райончику и слушать его треки. Здесь мне понравился припев, он очень крутой. Максимально просто, максимально офигенский. Ну, опять же, куплеты, да, там, про девочку, да, которая, с которой там познакомился, да, там, чисто такие от, ну, на раз, в плане того, что вот вы пообщались, да, там, ну, ты там не пропадай, короче, вот это вот все. Честно скажу, мне понравился трек. Я вот, пока я не встретил на этом альбоме тречков, которые прям... Я добавлю себе некоторые на переслушивание 100%, потому что бывает такое, что ты слушаешь и думаешь, ну, блин, он вроде и прикольный, да, но надо будет потом еще переслушать. И добавляешь себе. Я вначале вообще, когда «Асфальт» послушал Джакона с Киллианой, я подумал, что он прикольный, да, он 100% залетит, но чего-то мне не хватает. А потом, когда второй раз я его подрубил уже после стрима, вообще прям с кайфом залетел. Короче, трек мне понравился, я ему поставлю 5 из 5. Вот, по поводу того, что, ну, будет ли он там, добавлю себе его или нет, пока не знаю. Тебе тоже понравился, да, этот трек, Радмир? Слушай, ну да, хорош. Все в стильке АВГ и Макана. Это круто. Так, следующий трекщик называется «Москва бежит», продакшн от Макана. Вот это, кстати, интересно. Интересно. Поехали. Поехали. Муравьи, ада, телепортер. Можно, кстати, вообще вот такой разговорный прямо. Что-то в этом есть. Воу! 4-4 рут, капот, BMW, компот. Дел не в проворот, не влюблюсь. Можешь выпить свой приворот. В колонках тает мед, держись, держу угол на поворот. Центр, мама, сори, что не стал студентом. Акценты на том, что поистине ценно. Вектор видно, и он не в центрах. Южный центр. Москва бежит, ночь шатает. Мой режим, асфальт, шум шин. Бесит, когда ты звонишь. Больше, чем когда не звонишь. Москва бежит, ночь шатает. Мой режим, асфальт, шум шин. Бесит, когда ты звонишь. Больше, чем когда не звонишь мне. Москва бежит, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Москва бежит, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
зажгли. Ты заболеваешь, но включаешь вальвы. Со мной пацаны, ростовские, городские. Ты мега деловай, тебе нравились другие. Видишь, меня знаю, но зато все как в фильме. Кричишь, больше не звони мне. Я не хочу сильнее, чтобы вляпаться еще раз. Нам нужен один день, солнце будет ночью. Ведь вместе нам виднее. Открываешь мне дверь, открываю налей. Москва бежит, ночь шатает. Мой режим, асфальт шумшин. Бесит, когда ты звонишь. Больше, чем когда не звонишь. Москва бежит, ночь шатает. Мой режим, асфальт шумшин. Бесит, когда ты звонишь. Больше, чем когда не звонишь мне. Москва бежит, ла-ла-ла. Блин, классный трек, да, ты правильно написал, припев здесь вообще имбовый, особенно с середины, да, где он ла-ла-ла-ла. Не знаю, как по мне это стильно, стильно, очень стильно звучит. То есть оно 100% многим залетит, этот трек, я прямо уверен. Надо будет посмотреть потом в чартах, то есть на каком он месте вообще. Это интересно, это интересно. По поводу всего самого трека, опять же, да, там про себя, про райончик, про девушек, вот это вот все в колонках тает лед, но это между нами-то, а, или тает лед, который Баста со скриптонитом, тает лед, понятно, грибы, вот. Короче, штрючок такой легенький достаточно, да, но по звуку, по тексту есть прикольные строчки, в общем, я думаю, что он должен залететь, мне понравился. Мне понравился. Опять же, если кто-то здесь, кто-то приходит на стрим и думает о том, что будет как грандиозный, мега, мега какой-то разбор альбома. А зачем? А что здесь разбирать? Что в этом альбоме можно разбирать? Он мега легкий, плюс тут идет перемешку треки с кальян-рэп, да, так называемый, и лирические работы. Но мне, кстати, намного больше нравятся его прям такие треки, там, знаешь, про чувства, про любовь, которые типа вот как АВЛ, наверное, они прям очень хорошие. Ну и вот как мы слушали, получается, ну, АМ, кстати, хороший трек. Вот. «Москва бежит», 5 из 5 ставим. Да, этот трек в альбоме самый лучший, по моему мнению. Да, прям самый лучший, слушаю, но я надеюсь на то, что тут еще и поинтереснее будут какие-то треки. Типа, фиты меня интересуют. Ну, с Джаконом и с АВГ не особо, да, наверное, потому что я примерно знаю, чего там ожидать. А вот с Киллианой и со Скиреной я прям думаю, что могут стать хитами. Я их пока не слушал. Это так, ну, я предчувствую такое. Думаю, что прям, возможно, залетят. Не знаю, что-то вот прям я... Ладно. Салют, следующий трек, 7-й. На самом деле, почему так еще быстро... По-моему, с девчонками тоже понятно, что будет. Но тут, блин, я думаю, со Скиреной будет мега какой-то разъеб. Почему-то я прям чувствую. С сестрой я не знаю, что там будет. С Киллианой, ну как вот она залетела, получается. Слышали, да, пацаны? Или Макс и Мара, это два человека. Ну ладно, короче, вы поняли. «Асфальт». Вы слушали трек? Слышали трек «Асфальт»? Там же мега топ. Понятное дело, что он и просмотров там на клипе наберет, хотя клип достаточно обычный, там очень много. Но сейчас он пока 6 набрал. И в топах он везде находится сейчас. Это очевидно. Там и крутой припев, прям мега такой. Да-да-да, вот я вот хочу, чтобы с Киллианой здесь, ну, не прям на том уровне, но хотя бы прям качало, чтобы строчки прикольные были. Вот прям хочется. Так, салют, поехали. Oh.
Воу, воу, мой брат не в Марокко. Автомат с востока, аппарат с порога цепляет дорогу. Женщины их много, братья рядом долго. Семья это то, что мы считаем долг. Свидимся у блока, я пока что в гонках. Жизнь как перемотка, новостные сводки. Цены S уже давно не в стоке. Вася, стейджи, пайп и лайф стал быть в дороге. Очень малый броны направо, считаем режим. Считаясь по шару, шараут Ростов. Я заеду на пару, мы курим в энтайге. Падает тремара, малыш, кто тебе взгрел, а ты мары. Говорит, чтоб я приглушил пары. Моргаю, фонари, Москва уже спит. Только мы не спим на запарах. Салют, нам пора, падаю в черный, будто ночь. Аппарат, ночь, ночь, как вчера. Завтра мне не набирай, ай. Если мы сможем это сжечь до утра. Сжечь, сжечь до утра, yeah. Я не знаю, что такое любовь. Не знаю, где мне ее искать. Не знаю, сколько надо стихов, чтобы перестать тебе не писать. Может, она где-то и есть. Не знаю, может, она где-то в пути. Я знаю, сколько надо стихов, чтобы навсегда не забыть. Ау, а едем из люка КЛЕ. Вечно молодой, время не для всех. Через тонировку бьется лунный свет. Номера в прицеле, камер на кольце. Крестик на груди, улыбка на лице. Мы летим впереди за тех, кто не успел. Кадры, кадры, как бы мне запомнить смех. Вечно молодые, время не для всех. Люд, нам пора, падаю в черный, будто ночь. Аппарат, ночь, ночь, как вчера. Завтра мне не набирай, ай. Если мы сможем это сжечь до утра. Сжечь, сжечь до утра, салют, нам пора, падаю в черный, будто ночь. Аппарат, ночь, ночь, как вчера. Завтра мне не набирай, ай. Если мы сможем это сжечь до утра. Сжечь, сжечь до утра, Так, мне понравилось здесь что? Вот когда он так читал, типа, я не знаю, что такое любовь. Я не знаю, как это правильно называется. Ну, вы поняли меня, друзья, вы поняли. Это прикольно было, это такая фишечка тоже достаточно интересная. Припев тоже звучит достаточно приятно на этом бите. Нет какого-то взрыва, бомбы, которая херак. И просто это что-то мега невероятное крутое. Но мне нравится, мне нравится. Но вроде как бы лайтово звучит, да, на спокойном. Нет определенного какого-то разъеба. Биты. Ну, плюс-минус, наверное, тут биты пока все одинаковые идут. Вот, опять же, прямая бочка везде, в основном. Ну, по-моему, даже не в основном, а везде. Единственное, что продакшн местами где-то там меняется, да, но... Все плюс-минус одинаковое, но по тексту, не знаю, мне понравилось прям. Мне понравился по исполнению второй куплет и припев, вот. Да и, в принципе, если брать первый куплет, то тоже ничего. Я вам поставлю 4 из 5, вот, потому что, ну, что-то все равно, как-то оно вроде стреляет, но не сильно цепляет. Мне понравился трек, но не то чтобы... Вот. Я считаю так, что если прям залетел конкретно, то, блин, это надо... Я вот сразу знаю, что я себе добавлю этот трек. Но пока такого нет. Вот тут, скорее всего, есть с треком такое «Привыкаю». Вот «Привыкаю». И «Москва бежит». Вот они плюс-минус у меня на уровне идут, потому что, ну, как-то вот уже прямо... Я думаю, что да, скорее всего, добавлю себе и буду слушать. С «Салютом» такого не произошло. Но здесь, опять же, я... подчеркнул некоторые прикольные моменты в треке, вот. Оно что-то, у меня еще, то есть, я скажу так, у меня наушники, они не дешевые, ну, там, они, я не помню конкретно, конечно, сколько они стоят, но качество ВК должно быть хорошее, 100%, но я не понимаю, почему, ну, Макан, человек, который зарабатывает до хера, то есть у него идет на просмотрах вот это все там миллиарды, миллиарды прослушиваний. То есть это не миллионы, а миллиарды. Почему со звуком, со свидосом как-то странно все? Такое ощущение, как будто местами альбомчик не досвели, и он просто дропнул его в сеть. То есть оно-то неплохое, но не топовое. Че за херня? Даже если вот сейчас подключить трек
Джакона с Киллианой, то там вообще другой уровень совсем. А почему это как-то странно? Оно нормальное, но не для уровня Макана. Блин, не понимаю немного этой херни. Ну ладно. Поехали далее. Восьмой трек называется «Сгорел». Улица на марафете, на пистолете, и вот эти за всех, кого приручила. Улица на монете, ведь на авторитете у тех, с кого получила. Улица на вальяжина, даже так твои улицы не по силам. Знаешь, я однажды видел, как улица сама себя распорола из сила. Чё там? В окнах плавилась суббота. Кто там? Пацы в потном, плотный топот. В модных пистах её шёпот. Порно, техно, фири, груз аккордом. Тема фири, пешку снова тебе пойдёт. Мешал, город, выпил, не спросила, чё там? Планета крутится под сандалями, мешая истерики со скандалами. Модели увешаны драгметаллами, дилеры в шаге от принималого. Трусы на курсе гармошки наравне с амбалами. У Алены со второго курса хуй знает, откуда глаза цвета алого. Подростков лучше не баловать. Но он был чистый, да я один раз, я независим, не, мы чисто виснем, это просто на выхе, возьми по низу рынка, вбибем барыгу, нет, ма, нет, бля, мне так плохо, я сгорел, но он был чистый, но я один раз, да я независим, ну, не, мы чисто виснем, это просто на выхе, возьми по низу рынка, еще вбибем барыгу, нет, ма, нет, бля, мне так плохо, я сгорел. Нет, друзья, вот этот трек, к сожалению, вообще мимо меня, он мне ничем, текст не понравился, но бит неплохой, текст не зашел вообще, это вот единственный пока трек, который вообще мимо меня, то есть вообще ничем не зацепил, ни звучанием, ни АЕ, где он добавил в припеве, тоже как-то, ну, кое себе. Не знаю, поставлю троечку, ну, может, даже двоечку. Многие, кстати, пишут в комментариях о том, что если тебе не понравился трек, почему ты ставишь троечку? Ну, потому что я перечисляю еще какие-то положительные моменты в треке, да, поэтому я могу ставить тройки и никогда не ставлю почти двойки, потому что, возможно, я очень херовых треков-то не слушаю и мне не заказывают их, поэтому вот так вот это происходит. Трочку хочу поставить троечку, да. Из положительных моментов хочу выделить бит нормальный здесь. Опять же, не разъебный, конечно. Но текст мимо меня. Мимо. Вот абсолютным образом ничего не зацепило. То есть ни куплеты, ни припев, ничего. К сожалению, так. Поэтому ставим тройку, едем далее. Следующий трек у нас называется «А у меня». Поехали. А у меня вместо голоса каши, давно вместо головы каша. Да уж, старые кости растут с болью, это ли значит в моменте стать старше? Я знаю, мы сами рисуем судьбу и пишем продакшн. Но я жду, что кто-то разделит со мной этот сложный пад под палящим. Под солнцем, что обещало греть нас безвозмездно и безусловно. Жаль, мы не научились отдавать свое тепло так же тем, кому холодно. Я хворый последние месяцы, блять, это так уязвимо, но честно. Я курю сигарету на лестнице, она без фильтра и без смысла тут. Сложное время,
серьезные числа. Карма, как неподкупный судебный пристав, ставит на место и быстро. Я хворый последние месяцы, надеюсь, что это очистка. Я много грешил, боже, мне нужен ангел с образованием юриста. Километры в час соревнуются ночью со скоростью мысли. Я сжигал себя заживо столько же раз, сколько мне снилась канистра. Ну а есть что-то больше, чем неразделенная боль одного эгоиста. Мне сейчас плохо, но я надеюсь, что это очистка, а не зачистка. Я тону в себе, я поджег берега. Я по моим бедам, будто ток по право там. Я питаю от психолога, питаю по рядам. Я помню, как уклоняться, но кидаюсь на удар. Я тону в себе, я поджег берега. Я по моим бедам, будто ток по право там. Я питаю от психолога, питаю по рядам. Я помню, как уклоняться, но кидаюсь на удар. Так, у меня вопросик есть. Заметили вы или нет, когда слушали альбом? Вот, Радмир, ты заметил, что он какой-то странный голос у него здесь на треке? Такое ощущение, что он болеет, то есть у меня вместо голоса кашель, давно вместо головы каша. Я думал, может, тут в тексте где-то есть ответы на мои вопросы. А что с голосом-то? Как-то странно, еще сведено. Блин, я не понимаю, почему? Я что, слушаю альбом из демок или что? Ну, как, что за странное сведение? Вот это, ну, скорее всего, он болел, когда записывал, потому что, ну, слышно прям, если я включу треки, которые были до этого, есть грандиозные отличия. Вместо головы каша, да уж старые кости растут с болью, это ли значит в моменте стать старше? Да, у него что-то есть такое, Вадим, он болел, но я хер знает, записывать треки на альбом, когда ты болеешь. Либо так свели странно. Короче, черт его знает. В общем, я хочу сказать, что мне здесь понравился только припев. Он прям действительно хорошо звучит. Опять же, есть к сведению проблемы, которые я не совсем понимаю, почему они у альбома на альбоме у Макана. То есть это не просто человек, который там записывается на USB-микрофон. Есть студия, как-то странно это все, и я не понимаю. В общем, припев классный, текст, ну, он неплох, но меня не зацепил. Троечка из пяти. Едем далее. Макан, Джекон, все правильно. Я хожу по битому стеклу, и мне в кайф это. Молодость гром молотом бьет по кафелю. Черный мерин, разбитый перед, не по правилам. Я как советовали вы... Я прошу прощения, что я стопорнул. Вот с Джакона здесь слышно качество. Хорошее прям, нормальное качество. Добротное прям. Ну, ай, я не понимаю. Я хожу по битому стеклу, и мне в кайф это. Молодость гром молотом бьет по кафелю. Черный мерин, разбитый перед, не по правилам. Я как советовали выпил, не по правила. Не отступил и не ступил, или оступился. Было бы что, я бы смело отстаивал. После долгой ночи солнце землю расплавило. Увидев ее взгляд, меня опять вставило. И это значит все правильно. Пусть нас занесет в эти гонках без правил. Я пока не пересек финиш, дышим как заново. Завтра будет день, на который мы ставили. И это значит все правильно. Пусть нас занесет в эти гонках без правил. Я пока не пересек финиш, дышим как заново. Завтра будет день, на который мы ставили. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы придерживались? У нас был какой-то план. Мы ведем успех с собой насильно по пятам. Я паркую черный спайдер под входом в Минасалам. Я подкуриваю Чапман или черный капитан. Ты подарил ей Порше, но ей нравится Макан. Методом проб мы научились выдавать стиль. Меня несет шатаж, что выдашь 125 сил. Есть силы простить, а кого раньше б не простил. Не бояться, не просить, я. Сначала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. И это значит все правильно. Пусть нас занесет в эти гонках без правил. Я пока не пересек финиш, дышим как заново. Завтра будет день, на который мы ставили. И это значит все правильно. Пусть нас занесет в эти гонках без правил. Я пока не пересек финиш, дышим как заново. Завтра будет день, на который мы ставили.
Да, ты пишешь. Я то, что они на одной статье записываются, но я знаю об этом, блин, я и вписку смотрел, и вот это все, вы что, блин, не до такой же степени я нуб в этом деле. Но вот на этом треке, потому что, наверное, он на фите, он звучит намного, намного пизже, чем... Опять же, тут какое-то разное сведение. Я знаю, что он любит местами грязный звучок, но вот на треке, допустим, «А у меня», да, или я что-то путаю? Да, на треке «А у меня» там он мега грязный. Вот этот трек мне очень понравился. То есть здесь... ну, Джакон, в принципе, вот они с АВГ делают качество, да, несмотря на то, что, ну, не, честно скажу, не все треки заходят, вот. Но фиты, в основном, там, с Маканом, они топовые. Они все почти топовые, да. Припев здесь классный, да. Опять же, мне понравился панчлайн про Порше и Макана. Вот это было прикольно, прям очень. Я прям прочувствовал этот панчлайн хороший. Вот. По качеству здесь сведения, вот это все, звук, звучание, стилек вообще прям выдержан очень хорошо. И мне прям нравится. Мне прям нравится. Вот у них фиты прям, да, действительно качественные всегда выходят. То есть не придраться ни к чему. Опять же, да, там у нас есть план, мы добьемся всего, так вот это вот, вот это вот все. Ну, понятное дело, да. Тут, в принципе, много смысла и не нужно. Как бы стилек достаточно выдержан, то есть они в своем стилеке читают там про райончик, про пацанов, про путь свой, да, тернистый, про девушек, про отношения, вот, вот так вот как-то идет. В общем, мне понравилось, я ставлю 5 из 5, вот этот трек, скорее всего, да, я добавлю себе. Далее, друзья, ну, собственно, 21+, у него есть треки 18, 19, 20, 21, вот, собственно, я думаю, это будет очень серьезный трек, поехали. Я ошибался. В салоне плюс 21. С черного ML валит дым. На болтай на всю я буду погибать. Молодым, молодым нужен быстрый, как укол. Дофамин, мы не торчим, чисто иногда фармим. Плюс 21. С черного ML валит дым. На болтай на всю я буду погибать. Молодым, молодым нужен быстрый, как укол. Дофамин, мы не торчим, чисто иногда фармим. Мишленовские шины, спортивные машины. Спортики в машине, мы обгоняем машины. Запах анаши и телефоны в авиарежиме. Твой вес мой рабочий вес, мы резко стали большими. Я сейчас взгреваю всех, кто в детстве в меня вложили. У нас сейчас успех, но когда-то мы так не жили. Базару нет, ты смотришь прямо, но я смотрю шире. Они пиздели что-то за огонь, но мы их потушили. В салоне плюс 21, с черного ML валит дым. На болтай на всю я буду погибать. Молодым, молодым нужен быстрый, как укол. Дофамин, мы не торчим, чисто иногда фармим. Плюс 21, с черного ML валит дым. На болтай на всю я буду погибать. Молодым, молодым нужен быстрый, как укол. Дофамин, мы не торчим, чисто иногда фармим. Я играю в мафию почти круглые сутки. Вася, ты играешь в мафию, максимум проститутки. Шутка ли, но эти чарты вовсе не были накруткой. Эти звуки моя гири нахуй сносят твою будку. Это уже стало классикой двора. Я падаю ночью в черный аппарат. На этот звук ограничения стоят. Чисто 21 плюс, чисто для уличных ребят. В салоне плюс 21, с черного ML валит дым. На болтай на всю я буду погибать. Молодым, молодым нужен быстрый, как укол. Дофамин, мы не торчим, чисто иногда фармим. Плюс 21, с черного ML валит дым. На болтай на всю я буду погибать. Молодым, молодым нужен быстрый, как укол. Дофамин, мы не торчим, чисто иногда фармим. Так, друзья, ну вот этот трек чисто для тачек. Тачки, опять же, вот эти вот строчки мне не очень-то близки, то есть они не то, что мне прям понравились. Для тачек вот и все, вот и все. То есть битосик классный по тексту. Ну, конечно же, мне не понравилось вообще по тексту. Вот, но закинуть тачку, послушать, покачать головой вполне себе, вполне себе. Вполне себе нормис, максимум то, что... То есть здесь... Даже, кстати, припев не то, чтобы мне сильно подразгибал. Мне больше всего понравился здесь бит. Вот бит здесь очень крутой.
3 из 5 ставлю треку. Ну, многим, скорее всего, он зайдет, потому что, ну, действительно, если такую мазло закинуть в тачку, она будет не сильно, будет сильно разъебывать. Кто-то может на колоночке, конечно, дома подрубить, но тут, скорее всего, трачок именно для тачек, для покатушек, если можно так сказать. Поехали, следующий трек, 12-й, все равно, «Фит с Локдогом». Вот тут, кстати, должно быть интересно, я думаю. Потому что Локдог, ну, в свое время я не слушал Локдога, когда все слушали, вот. Я его, может быть, года 3 назад, может быть, 2 назад только прочувствовал, то есть послушал какие-то старые альбомы, новая тоже музыка не вся, но большинство мне заходит. И тут, я думаю, будет интересно как минимум. Поехали, послушаем, мне интересно. Темная душа не спасает, ты белый мерин. По итогу тут решает лишь только во что мы верим. Те, с кем я петляю по этой мутной дороге, тоже знают, не бывает ошибок, только уроки. Ты утром после клуба ревешь, и все сожжено. Жму на тапку, чтобы делать дальше, что суждено. Это другая романтика, где-то в районе МКАДа. Я нащупал свое сердце, оставив тебя за кадром. Слышишь? Мы оттуда, где улыбаться нет причин, но лица вижу веселыми. Но постой, почему? А че нам суета? Мы в людях ищем людей, в салоне шатает головы. Знаю твои сны иногда еще про меня, но я не лезу в них, есть много того, чем себя занять. Знаю, что такое боль и на что ее разменять. Знаешь, то, что я пишу, не приходится сочинять. Как тебя искать или как тебя забыть, мне почему-то все равно. Как ты без меня или с кем ты там теперь, мне почему-то все равно. Улететь в закат или уйти в рассвет, мне почему-то все равно. Солнце дарит день, луна дарит ночь, мне почему-то все равно. Дым из люка ML, в окна долбит апрель. Я нихуя не чувствую, можешь сделать мне больнее. Посильнее, чё налей, осенний мимо аллей. Ты во флаве, твой лайфстайл подставил, ну не болей. В сумке LV 300 джоулей, спорт плюс на руле. Мимо твоего дома ночью я лечу пулей. Синим светом дисплей, кружится колизей. Центровой Бродвей уходит за городный хайвей. Как тебя искать или как тебя забыть, мне почему-то все равно. Как ты без меня или с кем ты там теперь, мне почему-то все равно. Улететь в закат или уйти в рассвет, мне почему-то все равно. Солнце дарит день, луна дарит ночь, мне почему-то все равно. Хорош трек. Слушайте, друзья, ну это топ, это топ. Хотя я считаю, конечно, что у Локдога куплет помощнее здесь, чем у Макана. Но у Макана мне здесь понравилось то, как он скачет, то есть по биту, да, как он зачитывает. Прям очень хорошо. В общем, у Локдога строчки вообще офигенные, особенно последние, да. Знаю, что такое боль, и на что ее разменять. Знаешь, то, что я пишу, не приходится сочинять. Сильно, сильно, сильно достаточно. Припев. Достаточно хорошо звучит. Достаточно хорошо. Как тебя искать или как тебя забыть? Мне почему-то все равно. Ну, короче, да, он звучит хорошо. Опять же, после первого прослушивания запоминаешь его. Это всегда в плюс идет треку. Это очень хороший трек. Мне понравился. Несмотря на то, что, да, опять же, я сказал, что у Макана попроще немножко партец, но как он его зачитал, как он... Не все так смогут, наверное, даже. Ну, прикольно, короче, звучит достаточно. Все, стилек выдержан. Мне понравилось. И продакшн от Итачи хороший, и куплеты классные. Припев, конечно же, тоже тупо топ. Тречку ставим 5 из 5 и едем далее. Так, и следующий трек. Собственно, с Киллианой фиточек. Первый трек и единственный, по-моему, ее фит с Джаконом, «Асфальт», очень крутой трек. Прям он максимально крутой. Но это хит, это 100% хит. Здесь я не знаю, как будет, мне интересно.
То есть она получается только на фитах. Сольных у нее работ нет. Вроде как я заходил, смотрел, но мне было интересно. Вроде я ничего не нашел. Или я ошибаюсь? Не знаю. В общем, послушаем. Здесь только припев от Киллианы, да, к сожалению, куплета нет. Плюс это или минус, мы сейчас узнаем с вами. Поехали. Я свободен, но я звоню тебе, чтобы найти повод плена. Твои пальцы в напряжении, ожоги в области рук, это ток по венам. Уставшие лампы так смело засветят тенью вспотевших тел на стенах. Как в самых трушных сценах, и как в самых лучших сценах, личных и таких нужных ценах. Двое вылетели из системы, как выстрелы, искренность искрами. Встали, не выспались, не могу остановиться. Влюбился ты, остановись на мне. Я не хочу, чтобы ты была среди девочек, что научились на мне. Не хочу говорить себе перед сном, отпусти, так получилось, Андрей. Как же я люблю тебя, и мне понять. Как же я боюсь тебя потерять. Кажется, что матрица не хочет нас замечать. Мне хочется закричать, тихо тебе закричать. Как же я люблю тебя, и мне понять. Как же я боюсь тебя потерять. Кажется, что матрица не хочет нас замечать. Мне хочется закричать, тихо тебе закричать. Линии рук, линии плеч, линии губ, тени от свеч. Пишу, что хочу тебя, пишешь мне что-то, что после прочтения я должен сжечь. Речь о любви, да и только в их сердцах чисто помойка. Но кто я такой, чтоб судить до тебя? У меня получалось любить лишь на двойке. Папа патроны в жестокий мир, все наши чувства для него сур. Их любовь длится, как перерыв, и между ней еще перекур. Я 808 под перегруз, не ревновать я не научусь. Я ебал всех реновации чувств, как они любят, я так не хочу. Как же я люблю тебя, и мне понять. Как же я боюсь тебя потерять. Кажется, что матрица не хочет нас замечать. Мне хочется закричать, тихо тебе закричать. Как же я люблю тебя, и мне понять. Как же я боюсь тебя потерять. Кажется, что матрица не хочет нас замечать. Мне хочется закричать, тихо тебе закричать. Это хит, друзья, это хит. Поначалу сразу скажу свои впечатления, которые вот с самого начала, что я думал. Я думал, блин, вот посмотрел, смотрю, есть припев Киллианы, да? Думаю, ну нет куплета. Возможно, нужен здесь куплет от нее, чтобы прям вот очень было офигенски. Но, честно скажу, он здесь вообще не нужен. Он здесь вообще не нужен от нее куплет. Макан сделал по красоте. То есть, если сравнивать, а мы будем сравнивать 100%, Пит и Вэл со Скиреной, он другой. Возможно, он чем-то даже сильнее, чем этот трек. Но здесь, опять же, есть крутые строчки. Я не хочу, чтобы ты была среди девочек, что научилась на мне. Не хочу говорить о себе перед сном. Отпусти, так получилось, Андрей. Вот это прям разрыв. Я понял, что это что-то мега охуенное. То, что мне залетит 100% в плейлист, я буду это слушать, как ИВЛ. Я долго-долго его слушал. Сейчас вот не так часто, конечно, но все равно иногда, если он попадается где-то у меня, я его 100% не выключу, потому что, ну, это крутой трек про чувства, отношения, про любовь, вот это вот все, да. И, ну, это сильно. Можете, возможно, вам нравится треки Макана, кальянный, да, там рэпчик, да, где он там просто под прямую бочку херачит, и, ну, местами, конечно, да, это звучит хорошо, но здесь прям текст, я считаю, ну, я такой человек, что вот я слушаю рэп с раннего детства, да, там я начинал слушать многоточие, вот это вот все, но, не знаю, мне всегда нравился текст, если меня текст цепляет, значит, 100% этот трек, ну, залетит ко мне, я буду его слушать. Очень крутой припев, вот. Мне сначала, я думаю, я читал текст, то есть я думаю, как она будет, как же я люблю тебя, и мне понять, как же я боюсь тебя потерять. То есть на бите он немножечко,
нескладно бы звучал, да? Потом она добавила потерять, вот, и она уже как вот хорошо прям полетела. Но когда она начала второй раз его повторять, она просто расстановочку сделала, отступила, и все равно звучало достаточно хорошо. Второй куплет, он прям тоже, да, он добавляет огня. Если первый куплет заканчивался прям на хренинских строчках, то есть это, ну, не знаю, девочкам 100%, я уверен, залетит, но и как мне, ценителю крутых текстов, я считаю, что это хороший трек. Вот. Второй куплет, здесь тоже есть крутые строчки, они, опять же, трек он заканчивает тоже на эмоциях, да, ебал все их реновации, чувств, как они любят, я так не хочу, тоже очень сильно заканчивает, и это огромный плюс трека, и в целом, не знаю, я этот трек 100% выделю на альбоме, как, наверное, даже самый лучший, выделим в конце, наверное, трека 3-4, которые мне больше всего понравились, но я еще надеюсь, что будут прям хорошие, потому что дальше там со Скриеной идет, а со Скриеной... Подождите, у них один только фит со Скриеной был, да, и ВЛ, и все, да? Больше же не было. Больше вроде как не было. Если я не ошибаюсь. Вот. Погнали слушать следующий. И, собственно, 14-й трек «Я хочу с тобой», фит Скриена. Ну, Скриена, кстати, интересная, да. Я как-то на стриме смотрел ее сольные работы. Там прям есть... чувствуется огонек у девушки, то, что она прям делает и нравится. Вот, и текстата местами тоже прикольные имеются. Очень симпатичная, красивая девушка. Не то чтобы топовым вокалом, да, но с хорошим достаточно. А я EVL слушаю, когда у меня настроения вообще не было. Ну, такое тоже бывает, да, такие треки, то есть у всех по-разному. У меня тоже такое бывает, да. Ты прав. Согласен с тобой, есть такое. Когда вот прям настроения нет, подрубаешь и... Либо еще хуже становится, либо что-то как-то оно... Хотя, ну да, там сам по себе такой трек тяжеленький достаточно, но очень крутой. Поехали, я хочу с тобой. Друзья, прошу прощения, что стопорнул. Какого-то хрена. У меня было 15 лайков, а стало 11 обратно. Если вам не сложно, поставьте, пожалуйста, лайк, кто залетел на стримец или смотрит записи. Буду вам признателен. Едем. Ну, есть такое, бывает, да, Радмир, согласен. С тобой лететь куда угодно, тонуть, когда в легких пусто. Гореть дотла всю ночь, но делать это со вкусом. Два вампира, что всю жизнь избегали чужих укусов. Кусают друг друга ночью до потери пульса. Ну и пусть так, если для нас вот так обернется пустяк наши встречи однажды. Ну и пусть так, если каждый наш шаг делает нас друг от друга только дальше и дальше. Мы не больше, не меньше, влюбленные и пьяные. Курим, ложимся утром, разбитые и странные. Моргают фары такси под оконными рамами. Но-но-но, нам не до них, ведь мы влюбленные и пьяные. Трогаю твои руки, губы, плечи, ловлю ступор. Мы в режиме полета, небо в режиме салюта. Я знаю, что за каждой ночью наступает утро. Я прощался, ты кричала в трубку. Я хочу с тобой, если это любовь. Лететь куда угодно, пускай вечность это не модно, но... Я хочу с тобой, если это любовь. Падать, летать, задыхаться, пусть всегда нам будет по 20.
Бля, это месть или это деньги? Бля, жесть, как ты поменялась. Я поджигал наши жизни, чтоб ты согревалась. Но я тщетно прогораю в том огне, что я развел. Закурю на пресне, это триггерный укол. Ком в горле, колми, влюбленные паниоли. Кричу в пустое подполье, я погибну в этом городе. Выдыхаю дым с бешеной болью, ты поменяла пароли. Со мной белая вдова висит на проводе. Разгоняюсь на холоде, загоняюсь по глупости. Блядь, ебаная молодость, ты вправе меня отпустить. Но я буду любить тебя столько, сколько я захочу. Можешь идти к психологам, избавляться от чувств. Скачешь, ткнула кнопку «любить», не знаешь, как выключать. Будешь кричать, ненавидеть меня, плакать и проклинать. Но ты такая же, камон, и когда ты выйдешь из комы, скажешь своему новому, что я просто я твой знакомый. Я если это любовь, лететь куда угодно. Пускай вечность это не модно, но я хочу с тобой. Если это любовь, падать, летать, задыхаться. Пусть всегда нам будет по 20-20. Я хочу с тобой, если это любовь. Лететь куда угодно. Пускай вечность это не модно, но я хочу с тобой. Если это любовь, падать, летать, задыхаться. Пусть всегда нам будет по 20-20. Мне вот тоже такие песни нравятся, Кальяна не очень заходит. Ну, тут есть такое, у меня такая же фигня. Слушайте, давайте начнем с минусов, блин, с минусов начнем. Друзья, ну, это не хитовый припев, к сожалению. Опять же, есть вопросики к тому, что они оба звучат на бите, на припеве. Блин, ну, почему-то мне кажется, что как-то надо было по-другому сделать. То есть здесь должна быть модуляция в конце, они должны были выше поднять, вот, припев, когда они он повторяется второй раз, но они этого не сделали, по крайней мере, я этого не услышал. И звучало бы намного пизже, я бы тогда, ну, и не только я думаю, мы бы тогда прочувствовали это все. Но кому-то, я уверен, на 100% этот трек залетит, и вы скажете, что «Влад, ты какую-то хуйню несешь, трек же пиздатый». Да, трек хороший, понравился мне припев, но он не хитовый, не на 100% он не залетел. С Киллианой, ну хотя там треки, ну давайте тогда уж этот трек Booms & Vail сравнивать тоже. В принципе, других, наверное, нету, да, у них хитов, если я не ошибаюсь, да, только Evel. В Evel посильнее, опять же, треки, ну, они чем-то похожи, чем-то нет. Опять же, тут про расставания какие-то, да, там про чувства, про отношения, про разрыв, про переживания, эмоции, потому что вот здесь вот в куплетах, да, особенно во втором прям слышится, да, опять же, есть тут маты присутствуют, причем, ну, не так часто Макан употребляет ненормативную лексику в своих треках, но я хочу сказать, что это прям чувствуется, что это на эмоциях, то есть написано, то есть это прям разрыв, это прям хочется кому-то втащить. Ну, вы понимаете, о чем я. Мне понравились куплеты. Они очень мега охренительные, эмоциональные. И прям, ну, я прям прочувствовал невероятно. У меня же даже местами где-то мурашки были. Когда в конце начался припев, не хватило модуляции в конце. Вот, но в целом трек хороший. Я ему поставлю 5 из 5. И, возможно, кстати, он мне залетит. Но припев хотелось бы чуть поразъебнее, мне кажется. Он прям вообще бы... Не знаю, как кому, ну, девушкам 100%, думаю, залетит. Я почему-то в этом уверен. Тут прям мега разъебы есть, особенно куплеты. 5 из 5, друзья мои, ставим. Очень хороший трек. Вот, ну, я сказал уже, чего мне немного не хватило, но, ну, блядь, кто я такой, чтобы судить, возможно, вам зайдет. 15-й трек, «Беги». Поехали, это сольный, да? Угу. Радмир писал про накручивание лайков. Не обязательно. Бывает такое, знаешь, что незареганные пользователи ставят лайки, вот, и они со временем пропадают. Может быть, такая фигня. Кто знает?
Я шел к тебе через ошибки и уроки в замороке, проходя тусклые фонари дороги. Я видел многих, мне казалось, я влюблялся в многих, красивых и веселых, необычных и строгих. Но с каждым прикосновением ты стирала все, что было. И не умел любить, меня учили лишь быть сильным, в одного зашивать все раны, не болтать о них. Но смогу ли я отпустить тебя, как отпустил других? Не оставив ничего на память, решив все оставить, выкинуть из сердца и пообещать не спамить. Я запутался в огнях, я сгораю и плавлюсь. Я себе не нравлюсь и надеюсь, я тебе не нравлюсь. Беги от меня, я тебя убью. Неосознанно, но влюбленную. Беги от меня, хоть я и люблю. Неосознанно, я тебя убью. Незачем врать, я сгораю, как им пять сгорало в поле. Я задыхаюсь в своем море, не здоров, не болен, кайф с болью. Это как вода с солью, I'm sorry. Январь и май, хоть задыхайся, хоть перегорай, я понял. Понял, чего мне эта любовь стоит. Теперь скажи мне, сука, что твоя любовь стоит. Шрамы на моторе, шепот в магнитоле. Я шатаю нервную подвеску, как по полю. Ну же, подпой мне. Беги от меня, я тебя убью. Неосознанно, но влюбленную. Беги от меня, хоть я и люблю. Неосознанно, я тебя убью. Я заходил в комментарии перед стримом к Макану на страничку ВКонтакте. Ну, под альбомом заходил. Там много комментариев было по поводу этого трека. То, что когда ты, надеюсь, он выйдет на альбоме? А, там вот... нет, это, получается, было вчера. Да, или когда-то. Ну, короче, вот когда он сниппеты выкладывал, да, видео, сниппеты. И там были, когда ты выложишь этот трек, когда ты выложишь. А я что-то, мне вообще не зацепило сейчас. То есть, особенно припев мне вообще не понравился. Он «Беги от меня». Да-на-на-на-на, ну, что-то как-то... Ну, возможно, кого-то и цепанет, я что-то не прочувствовал. Мне очень понравился первый куплет, но второй что-то «Незачем врать, изгорая, как опять сгорала в поле». Не, ну, это слабенькое. Ну, понятное даже дело было, что там про Литвина, про эту ситуацию. Но что-то слабовато. Первый куплет хороший, второй что-то как будто ощущение такое, что куда-то не туда пошел, припев вообще... мимо кассы. Блин, обидно. Я думал, вот при первый куплет начался такой прям жёстенько, а второй что-то... Понятное дело тут, что типа идет переход от припева к куплету, такой типа разъеб должен быть, но что-то он не получился. Ну, как по мне. Вы можете, конечно, думать по-другому. То есть трек, не знаю, 3 из 5 поставлю треку. По одному куплету же судить не будем, все-таки есть второй припев еще. Припев тут мимо меня. Собственно, как такое, а как это такое может быть? А вот я, честно говоря, понятия не имею, но такая тема канает, присутствует, есть такое. Я не знаю, тоже сам не совсем понимаю. Собственно, тут, друзья мои, трек с сестрой Макана. Это интересно, она будет тут петь или рэп читать? Ну, тут я смотрю, у нее первый куплет, второй куплет. А, нифига себе, тут только на припевах Макан. Интересно, давайте послушаем, прям ее... интересно. Детство на кухне у меня. О, окна, окна, извиняюсь. Много не доверяют и не разрешают тоже. Нам говорят, что мы всего дороже. Но суть тому, что важно или тому, что можно. Говорят, дальше все будет сложно. Моя душа совсем недавно под кожей. Я бы перенесла эти вопросы, но попозже. Нам говорят, верить миру, но осторожно. Иди по своей дорожке, выбирай похожих. Учись лучше других, кем хочешь стать, неважно. Побеждает тот, кто никогда не мажет. Кстати, присмотри за сажей. Ну же, ты же старше. Ты ничего не знаешь, мы все тебе расскажем. Моя душа совсем недавно под кожей. Я бы перенесла эти вопросы, но попозже. Нам говорят верить миру, но осторожно. Иди по своей дорожке, выбирай похожих. Детство на кухне у окна. Из окна машины моя рука. Я успеваю хватать ветер пока.
Мне еще можно его хватать. Успеваю мелками что-то рисовать. Я же знаю, мне бегом потом бежать. Я припаркую все свои машины пока. Детство на кухне у окна. Детство на кухне у окна. Из окна машины моя рука. Я успеваю хватать ветер пока. Мне еще можно его хватать. Я успеваю мелками что-то рисовать. Я же знаю, мне бегом потом бежать. Я припаркую все свои машины пока. Детство на кухне у окна. Я ребенок, пишу себя взрослой. Ты стала кем хотела, а я не сомневалась. Надеюсь, у тебя немного от меня иголок. Надеюсь, лучшее в тебе осталось. И верю в чудо, я с ним встречалась. Ты это забудешь, но оно случалось. Помни, это для счастья нужна малость. Не бойся улыбаться, как я улыбалась. Не бойся бежать, падать и снова. Живи, я прошу, не впадая в кому. Разреши себе, как я, бояться уколов. Разреши себе чуть больше детских приколов. Я прошу, не забывай меня никогда. Как бы ты ни выросла сквозь года. Помни, я — это ты навсегда. Я люблю тебя навсегда. Детство на кухне у окна. Из окна машины моя рука. Я успеваю хватать ветер пока. Мне еще можно его хватать. Я успеваю мелками что-то рисовать. Я же знаю, мне бегом потом бежать. Я припаркую все свои машины пока. Детство на кухне у окна. Детство на кухне у окна. Из окна машины моя рука. Я успеваю хватать ветер пока. Мне еще можно его хватать. Я успеваю мелками что-то рисовать. Я же знаю, мне бегом потом бежать. Я припаркую все свои машины пока. Детство на кухне у окна. Напишите, друзья, пожалуйста, в чатике, как вам этот трек. Радмир, тоже поучаствуй, пожалуйста. Слушайте, я его, наверное, оценивать не буду. Во-первых, тут, ну, девчонка маленькая, сестренка Макана. Но я отмечу, что здесь очень сильный текст. В целом, вообще, то есть и куплеты, да, которые сестра читает, даже тут местами есть, ну, попозже, типа, вот как Макан делает. Задумка прикольная, реализация, не знаю, я не хочу никого обидеть вообще, то есть, но, блин, ну, я, честно, не могу представить, я не знаю, ну, я скажу, как есть, я не могу представить, что я добавлю себе его в плейлист. Наверное, ну, причина в том, что читает, наверное, сестра или как. Ну, то есть, мне понравилось, да, она прикольная, то есть, как девочка маленькая по кусочкам записывала трек. То есть, куплет, первый, второй, текст охрененный, пиздатый действительно. То есть, у Макана есть хорошие текста, но тут прям есть строчки, которые... Да что такое? Строчки, которые меня прям зацепили. Вот, про ребенка, да, там вот я ребенок, второй куплет, вообще разрыв, особенно концовочка, да. Классный бит. Давай прочитаем. Ну, что тут? Мне кажется, девочка вытягивает какие-то рэперские моменты, а хотелось бы обычный стих от нее. Да, вот она не вытягивает, и она вытягивает именно моменты с братом, как брат делает. То есть он ей, наверное, показал, как он читает, а потом же она зачитала, да. И тут есть эти моменты, как фишечки Макана, когда он зачитывает эти моменты, типа там, куплеты, проспекты. Ну, и вы поняли дальше. Есть таких куча моментов, да. И еще помимо этого есть. Вот. Ну, кстати, ты прав. Ты прав. Если бы она просто прочитала, не как это рэп, а просто как стих, было бы намного круче. Я согласен, кстати. Угу. Я не буду этот трек оценивать, я не скажу, что это плохо, то есть задумка действительно хорошая. Это не ново, потому что мы уже много треков таких подобных слушали. Взять, допустим, даже того же самого Птаху, который со своей дочкой там... Ну, тут не сестра... Ну, суть не в этом. Но вы понимаете, да, там с дочкой какой-то трек есть у них. Хорошая песня, охрененный текст. То есть и куплеты, и припев. Как-то так. Едем далее, друзья. Все будет хорошо. 17-й трек. Все будет хорошо. Эй.
Рогов, эй, ты, Борн Харрисон. Эй, Мак, эй, Мак, эй, Эмма, воу, воу. Дорога впереди, солнце не садись, еще немного посвети. Нужно пройти опыт, чтобы понять и простить. Ищем любовь, сказали, она может нас спасти. Типа души договорились в начале пути. Нас друг от друга коротит, подождем фонари. Вспышек мне подари, чтоб я хоть на миг почувствовал, что нужен твоей душе. И видел, как свеча поджигала свечу, нашептала в тишине. Все будет хорошо. Будет хорошо. Все будет хорошо. Молодые ветра носят молодых до утра. Ангелы идут рядом, но иногда несут нас. Кладут камень под педаль, пока мы давим полгаз. Пока мы спорим, кто есть кто и кто тут наш, тут гораздо. На порох не всегда про мужество, а чаще про власть. Нагаты не всегда про женственность, а чаще про страсть. Если смысл любовь, то в чем смысл этих богат? Сможем ли мы прожить еще раз то самое сейчас? Ее глаза свеча, что поджигали свечу. Она сказала, это опыт, нам осталось чуть-чуть. Ты не исчезнешь в конец, пока не сгоришь туда тла. Дальше новая жизнь, но я знаю точно, что там. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Так, друзья, трек неплохой, вот, опять же, да, несмотря на какие-то там проблемки и невзгоды, ну, все в дальнейшем будет хорошо. В общем, идейка-то сама интересная, трек, ну, по тексту нормальный вполне себе, припев обычный, да, он пропевает, то есть все будет хорошо, но меня не цепануло. То есть по тексту, конечно, ну, как вообще никаких. То есть обычный текст, он неплохой, он действительно неплохой. Вот. Какие-то строчки, которые действительно бы меня цепанули, их здесь нет. Вот. Поэтому, наверное, ну, поставим ему 4 из 5. Не хочется особо сильно заострять на нем внимание. Есть поинтереснее, конечно же, здесь работы на этом альбоме. Но альбом такой. То есть тут есть треки, которые прям не топчик. Не топчик. Скорее, альбом такой, 50 на 50. Наверное, 10 треков заебись. Ну, если прям это, все остальные неплохие. Есть прям несколько, которые вообще не зашли. Но это, в принципе, так и должно быть. Тут уже 21 трек. Блин, вообще-то мы еще не дослушали 18 трек, если бог с нами. Что-то я уже погнал. Вид Хьюгас. Москва, Ростов, Краснодар, Ростов, Москва, я. Эй, Майк! Знаешь, я бы тоже круто начал, зная, где начать. Но не всегда знание дает себе печать. Я скажу тебе по факту, главное начать. А там уже не важно, скромно или вальяжно. Самокат на педали или спорткар. Холодный дом всегда лучше, чем теплый бар. Свои рядом, я считаю, это божий дар. Моя родинка, мой родной Краснодар. Базару нет новинки, люди и места. Я ребенок юга, там все так же красота. Я не забуду то, откуда начинал. Помню корни, помню наш уклад. Если ты от Бога, значит ты мне брат. Много сказано, сколько сделано. Слово дружба, вера, остальное временно. Рядом то, что подлинно. Караем подлое, но прощаем, ведь любим Бога мечта.
что-то где-то, что и сказать. Если с нами, то скажи, кто против. Жизнь то, что находит, вечный наркотик. Но если Бог с нами, то скажи, кто против. Не каждый шаг мною успешен, каждый шаг мною пройден. Если Бог с нами, то скажи, кто против. Жизнь то, что находит, вечный наркотик. Но если Бог с нами, то скажи, кто против. Не каждый шаг мною успешен, каждый шаг мною пройден. Как не образ жить, не расплескав ее на ножи, в тайне ею там дорожи, не потеряв те, кто жив. Прошу, за руку держи, Боже, меня за руку держи. Я прошу, мне подскажи, если Аркаша, я за руку держи. Тут пакуют без повода и без средств, я слетаю с трассы под 200, прям как с лестницы. Сколько боли еще вместит в себя окрестности. Небо неужели столько на тебе поместится? Мне бежать напролом или спасаться бегствием? Еле дышать или вдыхать, сколько поместится? Мне ждать, когда очередной ретроград перебесится? Или в обход матрицы идти, рисковать и действовать? Если Бог с нами, то скажи, кто против. Жизнь то, что находит, вечный наркотик. Но если Бог с нами, то скажи, кто против. Не каждый шаг, но взвешен, каждый шаг, но и пройден. Если Бог с нами, то скажи, кто против. Жизнь то, что находит, вечный наркотик. Но если Бог с нами, то скажи, кто против. Не каждый шаг, но взвешен, каждый шаг, но и пройден. Вау-вау. Вспомним, как с обреза щелкали. Если бы они знали, нас не дергали. Дружить умеем, дружбой дорожим. Мы со стволом, кто на нас несет ножи. А вообще с собой только мир. Несем стволы на случай, если попадем и в тир. Я словом и молитвой брата берегу. А ствол просто так, чтобы брат не попал в беду. Я закурю воспоминания, выдыхая едкий дым. О тех, кто выбрал жить на всю, но погибать молодыми. Воспоминания о тех, кто так не вышел сухим из воды. Сказав, так было нужно, знаешь, мне не до судьбы. Станции жизни пролетают мимо молодых. Свечу в круглые за живых, упомянув святых. Сегодня был хороший день, я буду ждать таких. Спаси и сохрани меня и родных. Если Бог с нами, то скажи, кто против. Жизнь то, что находит, вечный наркотик. Но если Бог с нами, то скажи, кто против. Не каждый шаг, но взвешен, каждый шаг, но и пройден. Если Бог с нами, то скажи, кто против. Жизнь то, что находит, вечный наркотик. Но если Бог с нами, то скажи, кто против. Не каждый шаг, но взвешен, каждый шаг, но и пройден. Не, слабый, очень слабый фит. Очень слабый фит. Это, во-первых, во-вторых, он идет, блядь, 4 минуты. Ну, я уже устал. Я думал, когда же он поскорее закончится. То есть Хьюгас, он читает круто. Текст, строчки, рифмы. Ну, блин, не знаю. Вообще ничего не понравилось здесь. Вообще ничего. То есть читает прикольно. Бит классный. Бит вот могу отметить. И читает Хьюгас хорошо. Но он скучный. Это скучная песня. Я не знаю, кто добавит этот трек себе. Ну, максимально. Это, наверное, самый скучный трек с альбома. Первая буква имени. Кто знает, может, она слушает, да, рока, например. Так, давай-ка без этого, блядь, когда мне запустить, я сам решу, если что, окей? Терпеть не могу таких людей. Это обычно бывает, когда, допустим, слушаешь какой-нибудь альбом, который вот-вот вышел, так было с нарратив, с альбомом Mia Genshin, нарратив, когда вышел, там столько людей было, и запускай. Я сам решу, когда запустить. Можешь записи потом посмотреть, если хочешь. В наушниках, в длинной юбке. Я, может, второй раз это не повторю. Первая буква имени или цвет твоих глаз при свете дня. Я полжизни бы минимум выменял, чтобы знать, где ты именно ждешь меня. Я не жалел по ночам ни звезд, ни фитилей, но ты, видимо, невидимая. Я полжизни бы минимум выменял,
чтобы знать, где именно ждешь меня. Ну где-то образ спрятанный в книгах. Я как дурак хожу кругами, и все видимо мимо. Ну же, скажи, каких мне искать тебе в фильмах. Я видел сотни тысяч, но тебя там точно не увидел. Скажи, может ты спряталась в песнях у Стинга и Мигаса. Или ты найдешь меня сама, мне лучше не двигаться. Скажи хоть что-то, может нам просто пока не увидеться. Тогда пусть мне хотя бы что-нибудь привидится. А так я знаю точно, мы конечно встретимся. Случайные случайности, нелепые нелепости. Учебы выпадут из рук учебники и фэнтези. А у меня окажутся пионы, ну или гортензии. Мы с тобой обсудим, как нам наскучили однотипные приключения и как этот мир заключило. А сейчас не то чтобы грустно, не то чтобы мучаюсь, но случись побыстрее, ну или как получится. Первая буква имени или цвет твоих глаз при свете дня. Я полжизни бы минимум бы менял, чтобы знать, где ты именно ждешь меня. Я не жалел по ночам ни звезд, ни фитилей, но ты видимо невидима. Я полжизни бы минимум бы менял, чтобы знать, где ты именно ждешь меня. Первая буква имени или цвет твоих глаз при свете дня. Я полжизни бы минимум выменял, чтобы знать, где ты именно ждешь меня. Я не жалел по ночам ни звезд, ни фитилей, но ты видимо невидима. Я полжизни бы минимум выменял, чтобы знать, где ты именно ждешь меня. Так, давайте сначала начнем с плюсов. Это припев. И инструментал. Я подофигел сначала, когда услышал это Роцк. Было приятно. Было приятно и неожиданно в какой-то степени. То есть припев звучит достаточно хорошо на этом бите. Но я понимаю абсолютным образом, что Макан это не про рифмы, но когда идет видеться-привидеться, я немножечко подохереваю от этого. Это, конечно, полный пиздец. То есть я чуть подохерел. Куплеты мне не понравились. А припев, да, припев крутый и звучит, конечно же, на этом бите хорошо. Вот. Я бы не сказал, что прям на 100% эксперимент удался. Вот. По-моему, у него еще не было треков, да, в роковом звучании. По-моему, нет, если я не ошибаюсь. А я все треки Макана послушал, поэтому вроде как нет. И сам рок от Макана что-то новенькое. Ну, типа, да, новенькое, но вот это вот видится-привидится, блядь. Ну, я почему цепляюсь к этому? Потому что это полный пиздец, так не делают. Друзья, если вы рифмуете на глаголы, то как бы, ну, не видится-привидится. Ужас, ужас какой-то. Пиздец просто. Короче, треку поставлю 3 из 5 с плюсов бит и припев. Куплеты не понравились вообще никак. Не особо хочется его как-то обсуждать в роковом звучании. Ну, может, что-то еще выпустить в дальнейшем. Я смотрю, после того, как мне не понравился трек, люди повыходили. Но бывает такое, что вам, ну, видится-привидится, конечно. Вот как-то так. Предпоследний трек называется «Взгляды». Поехали. Дома, города, страны. Я иду по дворам с рюкзаком кармы. Опыт не всегда входил в мои планы. Он приходил просто сказать, что уже пора нам. Бетонные трассы разрезают фары. Я лечу по рядам, петляя мимо драмы. Я не пускал сигнальные огни, получив травму. В моей аптечке есть все это лайф-фарма. Дорога не всегда ведет тебя прямо. Люди не всегда говорят правду. А знаешь, если честно, это их право. Братик, живи, что прошлое не стало капканом. В колонках сопрано пишу слева направо. Не ищу виноватых, не ищу правых. Как бы ни болело, стараюсь смотреть прямо. Есть сегодня, я точно знаю, куда нам.
Взгляды в небеса, серых многоэтажек. Взгляды на падших, взгляды на старших. Сегодняшние взгляды забывали о вчерашних. Мысли о сложном, плюс мысли о важном. Детство сменило юность, появилась тяжесть. Ты думал, это мудрость, сейчас ты так не скажешь. Появилась боль, ты убрал ее в ящик. Появился дым, ты закашлял, а как же? Юность сепарировалась, малыш окрепый стоит в стойке. Чаще в нейтральной, если причин нету. Ты просто давно перестал говорить громко о своих громких взглядах про то и про это. Да и та же темнота перестала тебя пугать. Стало понятно, темнота лишь отсутствие света. И ты снова будто заново начал играть в те же машины, любовь, деньги и пистолет. День за два и куплет за куплетом. Все время вода, но есть время понять и это. Время провожает уходящее лето. Значит, есть время отдохнуть до рассвета еще раз. Взглянув в небеса, серые многоэтажки. По-другому на падших и иначе на старших. Глубоко вздохнуть между высоких башен, поняв, что тебе больше не страшно. Взгляды вверх, вниз, слева направо. Взгляды на жизнь обухались под паром. Взгляды ошибались, это шторы и шрамы. Взгляды все поменяют, но останутся упрямы. Это взгляды вверх, вниз, слева направо. Взгляды на жизнь обухались под паром. Взгляды ошибались, это шторы и шрамы. Взгляды все поменяют, но останутся упрямы. Так, давайте с плюсов начнем. Это бит, куплеты, припев в конце, что-то как-то, не знаю. Либо он вообще здесь, мне кажется, здесь он вообще нахер не нужен. Вот шли, вот, первый куплет, второй, заебись. Без припева думаю, что-то интересное, что-то новенькое. У него, по-моему, вот мы слушали на альбоме, не было такого, да? И в конце припев, ну, не знаю я. Понятно дело, что он подчеркивает, но опять же можно было чуть подлиннее парты сделать. И не знаю, прям мимо меня. Про трек нормальный, вполне себе тречок, да, про опыт, да, то, что про пиздючество, то, что было, там повзрослели, много что поменялось, оглядываясь назад, там много было каких-то моментов, можно просто... как бы это все оставить в прошлом, а можно забрать это все с собой и нести это с тяжестью. Ну, короче, слушать достаточно приятно было куплеты, мне не понравились. А припев в конце что-то... У меня, по крайней мере, он вообще выбивается. Тоже... Было бы лучше без него. Ну, опять же, каждому свое. Треку поставлю 4 из 5, припев не зашел. Последний трек, собственно, с альбома. Называется Sunshine. Давайте заценим. И в конце там краткую рецензию по альбому. Расскажи, что понравилось, что не понравилось. Ну и послушаем, собственно, заказик. Поехали. Детство машет рукой, мол, это был курорт. Юность не поймешь, то ли учит, то ли просто прет. Взрослая жизнь ворчит и многого от тебя ждет. Впереди голый лед, пристегнись, Вася, новый поворот. Мы давим газ в пол, дал-дал и ушел. У каждого свой рок-н-ролл, свой яд, да бейсбол. Жизнь быстрая, как укол, длинная, как наркоз. Запах денег, вкус слез, звезды и шум колес. Но мы не смотрим прогноз ни перед солнцем, ни перед розами. Мы на самоанализе со своими вопросами. Космос, если ты слышишь, то намекни нам хоть косвенно, что все не зря и хоть что-то останется после нас. Дышу каждый раз, как последний раз. Это все опыт из поступков и проступков для нас. Но не под все падения судьба стелит матрас. И тут на раз можно смело постелиться на канвас, резко сменив покрас. Солнце разольется на востоке в окнах. Прощай, если мы не успеем в наших сроках еще раз друг друга. Сердцу на два вдоха, в глазах мокро, но мне надо бежать по плохим дорогам, на которых я должен упасть. Встать. Солнце разольется на востоке, в окнах прощать. Если мы не успеем в наших сроках еще раз друг друга. Сердцу на два вдоха, в глазах мокро, но мне надо бежать по
плохим дорогам, на которых я должен упасть. Если вдруг жизнью разорвется моя нить, небо, прошу, прости мне все, что я себе не мог простить. И пусть простят меня все, кто не собирался. Я обязательно прощу всех, кому клялся отомстить. Я нам век учиться, век жить, вверх-вниз этажи. Разложи на любовь гадалка раз и на всю жизнь. И чтоб не пригодились по пути ни огнестрел, ни ножи. Чтобы в болоте по росту мне не угрозить волны. Я сильный папа, смотри, бью грушу, делаю жим. Я добрый, мама, просто иногда ноют раны души. Змеи вокруг шеи, но им нас не задушить. Мы все пройдем, верю, Вася, вверх-вниз этажи. Sunshine, солнце разольется на востоке, вот на прощай. Если мы не успеем в наших сроках еще раз друг друга. Сердцу на два вдоха, в глазах мокро, но мне надо бежать по плохим дорогам, на которых я должен упасть. Sunshine, солнце разольется на востоке, вот на прощай. Если мы не успеем в наших сроках еще раз друг друга. Сердцу на два вдоха, в глазах мокро, но мне надо бежать по плохим дорогам, на которых я должен упасть и встать. Друзья, если я не ошибаюсь, это самый, наверное, пиздатый припев на альбоме. Да, по-моему, таких разъебов еще не было здесь у него на альбоме. Ну, мы прослушали 21 трек. Насколько я знаю, нет, я имею в виду сольных. По-моему, не было. Единственное, что мне не нравится, это сведение припева. Вот оно как-то криво, это все. Я понятное дело, что он местами, конечно же, грязно звучит. И в чатике подчеркнули, что какие-то треки он любит грязное, такое уличное типа звучание. Но в каких-то треках, я думаю, делать так не стоит. Ну вот этот трек, он охрененный. То есть концовка второго куплета вообще крутая. В целом куплеты очень хорошие. И даже если брать первый куплет, он мне вообще прям полностью залетел. Хитовый припев. Сведение припева. Ладно, не буду по поводу всего трека говорить. Припева именно. Скажу, что мне не очень понравилось. Вот можно было... Вот вы представьте, если бы можно было бы чуть подиздрочиться и сделать покруче, то он максимально бы так идеально звучал, что просто бы мурашки были по телу. Но вообще, самый, наверное, хитовый припевчик. Вот, и треку я поставлю 5 из 5, это хороший трек. Я даже, скорее всего, сейчас его выделю как раз, когда буду говорить краткую рецензию по альбому. Вот, в принципе, мы послушали альбомчик 21. Я так понимаю, что 21 год Макану, да, поэтому тут 21 трек. Если я правильно понимаю. В целом скажу, альбомчик не получит высокую оценку. То есть у меня обычно там она до 5 идет. 5 это вообще мега разъеб. Здесь он получит, наверное, скорее всего, оценку 4. Объясню почему. Здесь хорошие треки. То есть опять, да, тут 50 на 50, как обычно у Макана в его творчестве бывает. 50 там где-то кальянный рэп, где-то... прям такие крутые лирические треки, типа как со Скиреной, да, тут и тоже вот есть со Скиреной очень хороший трек. Я отмечу по большей части, скорее всего, то, что мне по душе. А вам, может быть, по душе именно те треки, которые там, допустим, можно закинуть в тачку, качнуться там и пойти там в зальчик, потренироваться и так далее. Выделю трек последний. Sunshine, очень крутой трек, хитовый припев, мне понравилось, в принципе, все в этом треке, да, и строчки классные, и хитовый припевчик, наверное, единственный, прям именно сольный припев у него самый хитовый здесь. Я что-то не помню, но, по-моему, только вот единственный трек этот. Хороший, я ему ставлю 5 из 5. Следующий трек. Я хочу с тобой. Давайте с конца пойдем. «Я хочу с тобой», это получается фит со Скиреной. Вот, несмотря на то, что, допустим, если сравнивать, если говорить о треке EVL, там мне
побольше понравилось, но здесь все равно мне очень заходит. То есть мне нравится сама Скирена как исполнительница. В принципе, у нее новиночки, даже те, которые выходят, они достаточно крутые. С Вектора А тоже хорошие. Трек, по-моему, «Тема» называется, если я не ошибаюсь. Классные куплеты, да? Вообще тут разрывчик прям идет, разрывные куплеты с эмоциями, атмосфера прям вообще великолепна. Трек с... следующий трек с Киллианой, который я выделю опять же. Ну, классная она. Классная Киллиана. Я надеюсь, что у нее много будет в будущем выходить крутых работ. Пусть она дропает. Ну, может быть, местами где-то треки там и не очень будут залетать, но все равно мне нравится. Мне нравится ее голос, нравится ее вокал. Припевы, опять же, не знаю, она писала, либо писал Макан, но все равно она сделала это достойно. И песня сама по себе получилась очень хорошая, особенно мне нравится, как концовочки на куплетах у Макана на этом треке, прям топовые. Я уже выделял их, когда мы слушали, что в первом куплете, что во втором, хорошо. Так, что мы еще выделим? Выделим трек с Локдогом. Да, с Локдогом. Хороший трек, который, скорее всего, тоже залетит ко мне в плейлист. Но вот я же, сколько я треков посчитал уже, сколько там вышло, получается. Раз, два, три, четыре трека. Вот эти четыре трека залетят в плейлист 100%. Вот. Да, это фиты. По большей части. Да. Но они крутые. Они очень крутые. Мне прям нравятся и Киллиана, и Скирена. Они крутые. Макан, о, этот Локдог здесь очень хорошо залетел на трючок к Макану. Вполне себе. И припев здесь годный, и у Макана здесь. Хотя я сказал, что Локдога мне чуть больше здесь куплет понравился. Но все равно у Макана тоже достаточно звучит хорошо куплетик. Вот. Что еще можно выделить? Да, еще один, наверное, трек выделю. Вот, который действительно прям очень хорош. По-моему, называется «Все правильно». Это... Да, по-моему, это он. Если я не ошибаюсь, это он. Да, это вот этот трек. Тоже очень крутой. Ну, в целом, да, Джакон, СВГ, они всегда делают, в принципе, качество. Да, тут скорее кому зайдет, кому нет. Они могут сделать, опять же. Но не... Джакон, АВГ и Макан, это, считай, как один большой артист. То есть они делают абсолютным образом одинаковую музыку. То есть они делают и кальянный рэп, и серьезную музыку, да, там какое-то чувство, любовь, вот это вот все. Улица, райончики, дворы. Но мне понравился этот трек топовый. В итоге вот все треки все выделил. Альбомчику поставлю 4 из 5. Есть треки, короче, которые там первые шли буквально. Есть тоже неплохие. Есть кальянные, возможно, я им оценку ту же самую ставил, как и этим. Но вот все треки, которые я выделил, они прям очень хорошие, я себе их добавлю 100%. Вот я, кстати, сейчас этим и займусь. Так, Sunshine. Ой-ой-ой. В принципе, все, друзья. Кто залетел на стримец послушать Маканчика, мы уже закончили. Кто будет смотреть в записи, поставьте, пожалуйста, лайки. Вот. Если вам понравилась реакция, напишите в комментариях, какие у вас любимые треки, если вам не впадло будет. А так можете просто там сердечки какие-нибудь прислать, либо еще там что-нибудь в комментах. Это приветствуется. Расскажите, напишите какой-то, как вам в целом альбом понравился или нет. Так, я запутался немного. Так, это мы добавляем сейчас, потому что я такой человек, что я потом что-нибудь новое, блядь, произойдет у меня, я могу все нахрен позабывать. Вот, все добавил. В принципе, все. Сейчас мы перейдем к заказику. И на сегодня все, заказов нет, поэтому будем оффать стрим, и я пойду смотреть новый сезон «Пацанов».